данные победы. Котенок, знаешь такое выражение, Игорь? Ты где-то там имя. Глупое дитя, заблудавшее в темноте. Думаешь, ты все ближе к разгадке, но тьма окружает тебя со всех сторон. И скоро поглотит полностью. The killer wind came down without a warning, and no one had the chance to get away. It was a desperate solution. In all 3,400 men made, these were flies with bitter eyes. And it's tämmönen suunnitelma. Näistä simulaatioista on tehty, kahdesta puuttuu vielä ihan reilusti tietoja. Sitten hiirenherkkyys on edelleenkin aika karsi. No. Kukaan ei soittele meille tänään. Sieniä kasvanut vielä ainakaan. Поехали! Игорь, есть минутка? Я тут пообщался по радиосвязи с моим... деловым партнером. И что? Как оно? Он по уши в дерьме. Нар села ему на хвост. Но тут удивляться нечему. Если ты грабишь богатую нар и раздаешь бедному себе, да? Ну, теперь ясно, что у вас за бизнес. Ты к словам не цепляйся. А просто проверь, как он там, ладно? Он прячется где-то возле порта Припяти. Ну. Alright. Смотри, говорим, какой у нас план, Хименюк? Sinne täytyy lähettää. Михаил утверждает, что это просто бизнес. Но я уверена, и ты сам видишь, что он не рассказывает тебе всей правды. В его душе столько черноты. Из-за утраты, из-за скорби. Не дай этой черноте просочиться и в тебя.
Nämähän on nämä, tämän pelin maisemat tuolta Tšernobylistä, niin ne on niin 3D-skannattuja. Eli pelkästään niin oikeita valokuvia käytetty vaan 3D-skannaustakin, mikä on aika yllättävän siistiä. Sinne, okei. Se hermitti, eli RK on jossain piilossa. Tässä kaasussa on se hyvä idea, että tämä puoli, että nuo sotilaat ei ole paikallaan. Tai ainakaan näin. Доставлен, но цена выросла вдвое. Ты же понимаешь, обстоятельства и все такое. Что? Что это такое? Нет! 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 Ага. Laittiaan ympäriinsä. Kaveri on vähän karun kohtalon. Okei. Пришел закончить начатое, урод. Что тут произошло? Глаза разуй, гений. На нас напало сраное исчадие ада. И ты меня так просто бросишь. Извини, я ничем не могу тебе помочь. Лягинтолаукуа ei ole mukana valitettavasti. Okei, nyt on aika rivon näköinen kyllä. Täytyy palata tämän luokse, jos löytyy se lääkintälaukku. Kannattaa olla niinku ystäviä kuitenkin. Tää on kyllä tosi hyvin puhdistettu.
aikaisemminkin pyöritty, mutta nämä sääolosuhteet tekee näistä vähän erilaisia paikkoja. Okei. Toi ei näytä hyvältä. Ei mitään. Oho. Nyt on kyllä aika kuiva reissu tiedossa. Кто здесь? Не стреляй. Спокойно, я от Михаила. Это ты, его деловой партнер? Деловой что? А, ну да, это я, так и есть. Меня подстрелили, нужна помощь. Михаил, я нашел твоего друга. Наровцы здорово его потрепали. Дело плохо. Сука! Слушай, выручи его, дружище. Он мне еще нужен, у него есть связи. Да и вообще, не заслужил он такой смерти собачьей. Я скоро вернусь. Ты, главное, держись. Kaikki tarvitaan noita ensiapupaketteja. Ja myrskyä. Mihin se meni? Tulee takaisin. Niitä oli kaksi. Каверинза. Будьте на чеку! Мы здесь не одни! Näin itse asiassa tuosta penkistä läpi. Thank you.
своими конченными дружками-хипстерами. Tästä ampumaan ties läpi. Ilmeisesti ei. Ehkä semmoistakin kannattaisi olla mukana sitten. Hienoa. Täältä löytyvillä rehuilla saatiin sellainen aikaiseksi. Mä en tiedä, kävisikö toi sille sotilaallekin, mutta niin sitähän voisi tietysti kokeilla, jos löytyy lisää rehuja. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että ei täältä oikein mitään löydy. Tää oli tää kunnon savusukellus. Hermitti saattaisi nimittäin tietää jotain todella hyödyllistä, niin sen takia niin tärkeä henkilö. Давай-ка я тебя подлатаю. Спасибо. Правда, у меня с собой ничего нет. Все сбросил, пока убегал, но у меня есть информация. Может, тебе пригодится. Михаил тюкка. Я мен халу като сита суту так мал мутаки. Я еще одну женщину. Ее зовут Татьяна Амалиева, она... Играет на скрипке, так? Сибелиуса. Сибелиуса. Да. Боже мой. Это ее любимый композитор. Ты ее знаешь? Я помню эту музыку. Такая красивая. Окрыляющая. Сибелиус не для всех. Несколько недель назад... Я начал видеть странные сны. Сначала только музыка, а потом я увидел ее. Она ничего мне не сказала, но я все понял. Она говорила со мной через музыку. Моя жена Катя тоже играла на скрипке. Музыка нас объединяла. И что же она сказала? Ох, я это записал куда-то. Только записи у меня на базе. Ага. Там сейчас поди толпа наровцев. Оставайся здесь. Я схожу сам и все обыщу. Для меня это очень важно. Ты поправишься. Обещаю. Говорю, нахтен Ринкан kanssa пако. Ага, tänne on varmaan muuten spavananut sitten lisää. Täällä yläkerrassa. Котенок, знаешь такое выражение, Игорь? Ты тебя нимя. Глупое дитя, заблудавшее в темноте. Думаешь, ты все ближе к разгадке, но тьма окружает тебя со всех сторон. И скоро поглотит полностью. Тебе стоило держаться подальше. Я не позволю тебе разрушить все сейчас. Не позволю. Что?
Хочешь показать, из какого ты теста? И теперь беги. Я уничтожу тебя, если потребуется. Даю тебе фору в 10 секунд. Это плохо для тебя кончится. Твои поиски подходят к концу. Кто знает, что Нар теперь с тобой сделает? Лучше тебе не знать, что они для тебя приготовили, любимый. Тебе нужно срочно выбираться отсюда. Думай, Игорь, думай. Тихо, нытка. Голова просто раскалывается. Где я? Нужно найти генератор порталов. Это я. Не выберусь. Но вы меня спасли. Вы могли меня пристрелить или просто бросить. Но вместо этого помогли. Я вас выпущу, а вы бегите. Окей. Тебя мы аутаттиин aikaisemmin. Kuulusteluhuone. Mukavat paikat täällä kyllä. 5 tähden hotelli oikein. Ihana vanhanaikaiset tietokoneet.
Ampua. Päivä tulee vielä paremmaksi. Ihan varmasti tulee paremmaksi päivä. Rami pelaamassa Metal Gear Solid ja Deus Ex-pelejä kaikille partioille on annettava niinku tämmönen pakollinen niinku nukkumahetki. Onneksi mulla oli se isommat taskut, isompi reppu, niin... Kalasnikovista saa ihan hyviä osia, kun se purkaa, että siinä mielessä oli hyödyllinen. Jossain yläsellissä, joo. Так и знал. Они проводят опыты на электростанции. Но к чему такая спешка? Чернобыль и так у них под контролем. Thank you.
No niin. Kannatti palata tänne näin, toi oli aika tärkeä. Tärkeä itse asiassa johtolanka. No, oli vähän, ei ollut sellainen tehtävä kuin mitä ajateltiin, mutta että tuli ainakin hyötyä nyt siitä, niin näköjään niin kuin nämä sotilaat on osa olla kiitollisia ja maksaa sen takaisinkin. Mutta joo, paremmat luotiliivit ja selkeästi niin kuin medikittejä saisi olla mukana. Medikitit on vähän niin kuin lisä tota noin niinku tehtävä. Ai se mission failed. Tuli siitä. No Oliveri löysi medikitin. Okei, tarvitaan radioaktiivisuuden poistaja tänne tai jotain. Здорово, профессор кислых щей! Чем занимаешься? Сражаюсь с НАР, тенями и чернобылитом. Ничего нового. Сталкерские будни, а? Кстати, ты мне так и не рассказал, как стал сталкером. Ну, это был жутко долгий процесс. Сначала я ничего конкретного не искал. Просто шлялся туда-сюда, изучал города. Когда это перестало заводить, увлекся темным туризмом. Что это такое? Ну, это когда ходишь по местам, от которых мурашки. Катакомбы, массовое захоронение, концлагеря, мавзолей, кладбища, места преступлений. Места, которые словно в тени, напитанные негативной энергией. Я ее всегда ощущаю третьим глазом. В общем, ты знал толк в туризме выходного дня. Что ты надеялся там найти? Думаю, ничего конкретного. Просто хотелось там побывать. Фукусима, Граунд Зиро, на месте падения башен-близнецов, катакомбы Парижа. Но когда я оказался в зоне отчуждения, что-то изменилось. Я сразу понял, что останусь здесь. И буду зарабатывать на жизнь, обслуживая других туристов. Большинство из них были идиотами с Запада, которым нужна была нянька. Но это того стоило. Так я и стал Михаилом Сталкером. Осел в Припяти. Вот. Копаюсь в мусоре, торгую, слушаю голоса теней. Разве не круто? Да, очень круто. Но эти твои голоса меня беспокоят. Ты бы не налегал так на радиоактивные грибы? Привет, партнер! Я, конечно, всякие трущобы повидал, но тут совсем дыра. Может, получится навести тут порядок? Растения в горшке завести, радио включить? Растение или радио, или то и другое. Понял? Да, думаю, это поможет. Это просто какая-то свалка, с которой лет 10 никто не... Давай снаряжение перетряхнем. Перетряхивай сколько душе угодно.
Отлично! Пожалуй, теперь я здесь задержусь. Все ainakin тюкая олла тэна. Привет, Игорь. Все в порядке? Ну да. А ты как? Ну, в целом без сюрпризов. Ты ведь многое пережил, да? Вот уж точно. С тех пор, как стал солдатом удачи, я много всякого дерьма повидал. Воевал с сомалийскими пиратами, повстанцами в Латинской Америке. Как-то даже помогал с подавлением бунта на алмазном прииске в Африке. Тебе никогда не казалось, что ты делаешь неправильные вещи? Я никогда об этом не задумывался. Война — это все, что я знаю. К тому же тут все зависит от точки зрения. Для НАР плохие парни — это мы с тобой. Реакционеры, террористы. Ну, это уж ты хватил. Не беспокойся. Я помню, на чьей я стороне. И кто мне платит. Плюс мне еще предстоит свести счеты с тем уродом в черной маске. Ной. Sitten vois mennä nukkumaan ihan niinku in real life ja sitten myöskin niin ai niin joo. Отлично. Pisteiden jäljellä. Теперь я здесь задержусь. Привет, Сашко. Ты же парень опытный. Может, ты меня чему-нибудь научишь? Ну, там... Как жить на улице? Хорошо. Я тебе расскажу. Кое-что могу и показать. Но без практики толку не будет. Voisin säästää itse asiassa pisteitä. Joo. Tähän on itse asiassa hyvä lopettaa.